Приветствую всех на канале. Глянем, что по ссылке. В посылке у нас вот такая колоночка ТДВ-26. Но сразу отметим, что корпус ерундовый. Это просто как бы тонкий очень пластик. Вот. Таких обычно вот, ну, что-то дешманское укладывает. Типа наушники взял и выбросил. Так как я коллекционирую радиоприемнички, то для меня это значительный недостаток. То есть корпуса, можно сказать, нету. Буду искать какой-нибудь пластиковый вариант. Но сначала давайте все это проверим, насколько это вообще работает или не работает. Вот, стоит, не стоит это того. Вот, стоит это, конечно, дешево, иначе бы не купил. Так, вот сам, как бы радиоприемник или колонка, его так называют. А к нему прилагается коробочка. Здесь инструкция подробная на английском языке. Так, тут характеристики. MP4, MP3 можно использовать. Ну, это все понятно. Цвета какие есть. Вот, какие тут опции у нас. Так, давайте посмотрим, что внутри. А внутри у нас кабелечки. Это у нас мини-USB здесь, а не микро-USB. Так, мини-USB намного лучше. Ну, прочнее, надежнее, по крайней мере, в китайском исполнении. Это обычный джек-провод для соединения с компьютером, либо с мобильником. Так, ну все, в сторону. Теперь сам приемник. Тут у нас, конечно, пленка есть, но я ее убирать не буду. И вам не советую, иначе это будет царапаться. Так, здесь у нас USB вход. И сразу отмечу, тут провод торчит. Надо его туда затолкать обратно. Так, микро-SD карта. AUX вход и выход на наушники. Питание 5 вольт. Обычный вот тот кабель подойдет для зарядки. Антенна телескопическая для FM. Ну и динамик здесь, решетка металлическая, нормальная. Так, снизу у нас пластик. Так, вот. Ну, давайте включать его. Включается здесь. Bluetooth mode. Так, сразу мобильник нашел. Так, соединение. Да, нажимаем. Вот. Он подключился очень-очень даже просто. С Bluetooth все в порядке. Дальше режим. Давайте FM посмотрим. Так, я выдвигаю антенну. Выбираю FM. Чтобы настроиться на каналы, нажимаем эту кнопку. И он начинает настраиваться. Добро пожаловать на... Всего 20 каналов получилось где-то. Так, между каналами настраиваемся, перемещаясь вот этими кнопками вперед-назад. Ну все, отлично. Не будем злоупотреблять, иначе меня уже банили. И музыку. Вставляем флешку. Определиться или нет. Так. Громкость устанавливается этими кнопками. То есть долгое удержание приводит к изменению громкости. Так, ну отлично, тоже работает, громкость очень высокая. Звук неплохой для такого устройства. Так, здесь у нас подмигивает светодиодом. Вставим карточку. Так, как она вставляется, вот это я все время путаю. А, вот правильно.
Ну все, все отлично, все режимы в принципе проверили, но еще может мобильник подключить, но зачем его подключать через AUX, если можно через Bluetooth подключить. Поэтому я в этом не вижу никакого смысла, так все работает прилично, вот единственный провод это затолкать. Теперь хочу разобрать, будем вытаскивать, сначала мы вытащим вот эту панель. С помощью пластмассовой я использую. Кто-то использует металлические, но это неправильно, потому что поцарапаете, и это будет больно, как говорится. Значит, нужно аккуратненько вот с помощью такого пластика. Если слишком тонко, то используйте такую карты пластиковые. Они тоже подходят, если совсем близкое расстояние. То здесь можно так поддеть их. О, тут очень хороший аккумулятор, такой портативный аккумулятор встроен, но емкость этого аккумулятора очень маленькая. Я даже могу вот этот двойной скотч разъединить. Но чтобы вы посмотрели, но тут надписи никаких нет на аккумуляторе. Вот, и здесь нету. Так что возвращаем все на место. Толку нет отсюда. Так, вот он, провод, который там застрял, вот здесь, оказывается, заодно мы вытащили. Ну, вот здесь у нас что? Печатная плата, все дела и антенна. Но сейчас не будем вытаскивать, потому что термоклеем все обклеено, как говорится, и не вытащишь так легко. А если вытащить, поставить будет нелегко. Но сломается, будем вытаскивать, пока нет такой необходимости. Светодиод полноцветный. Вот здесь расположен. Так, ну это таких у меня много элементов. Вот, но тут разъемов не сделали они. Такие всякие нехорошие. В общем, пожадничались. Ну, в принципе, китайщина. Китайщина. Но так незаметно, когда пользуетесь. А вот заметно будет, когда будете разбирать. Ну, в принципе, все. Это саморез для антенны, поэтому, чтобы антенну снять, мы снимаем это, затем снимаем печатную плату. Ну, в принципе, будет легко. Все оставляю на место. Вот. Стоит это $4 удовольствие, но, в принципе, это недорого, я считаю. Функционал достаточный для колоночки, ну и не жалко будет такую колонку с собой где-то понести на даче или где, и весит это легко, легкая вещь. Так, здесь написано на английском «Только любовь», «Только любовь везде», «Только любовь навсегда». Нет, что тут мелко написано? Это «Делать только то, что любовь позволяет». Ну, в принципе, симпатичная штучка. Вот. Можно рекомендовать как бюджетное решение. Вот. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписаться на канал, кто не подписался, так как будет много очень интересного. Пока!